Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 8 сентября. Появилась информация о сильном пожаре на улице Дальницкая, 53. На видео видно, как горит квартира. Подробностей пока никаких нет, если пострадавшие. Причина возгорания. Видео можете посмотреть в моем телеграм-канале. Также поступила информация о том, что на Измаильской трассе легковушка влетела в фуру и взорвалась. В легковом автомобиле есть погибшие, даже сообщают о том, что был ребенок. Все сгорели, очень сильный пожар. Кадры пожара на трассе есть в моем телеграм-канале. Прилетов нет, но взрывов нет, но такие вот ситуации печальные происходят в городе и в области. Я на связи, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи, всем пока.